Так, добрый день еще раз всем. Ну, длинная насадка у меня такая вкручена, значит. А чего еще? Ну, пока они у меня есть, бахну еще по 4 штучки. С каждой вот этим патроном. Для пущей, так сказать, уверенности. Ну и посмотреть, какую разницу этот патрон даст, потому что результат будет совсем другой. Здесь мягкая дробь. Там, где скорость выше, ее помнет и будет хуже резкость. А с коротких насадок вполне возможно, что будет противоречивый тест с тем, которыми вы стреляли фетером. Но суть еще не в этом. Есть человек на ютубе, который отстреливал вот там и длинные, и короткие. Первый выстрел вот такой насадкой дробь не пробивает доску. Ну там вот такая у него была, да? Длинные у него этим же патроном пробивают эту доску, 300 миллиметров, то же самое, большая. А потом вдруг в серединке видео вставлен такой кусочек, где вот такая насадка прошила две доски этим же патроном. Ребята, я охотник со стажем, я, наверное, тестер еще с большим стажем, потому что еще не был охотником, а заряжал патроны, как бы просил, чтобы простреляли. Я не верю в сказки. Просто-напросто. Чтобы вот у этой насадки была резкость в два раза выше, чем у вот такой, у него она без портов. Ну, я, наверное, лично могу приехать и посмотреть на это все дело. Вот, прям аж интересно, потому что, наверное, мне надо вот эту вот выкинуть и оставить вот такую. Хотя у меня все наоборот. Это 60 листов бьет, это 75. Или там 65, ну... Так же, как и у него, на его же видео, эту доску не пробило, эту доску пробило, а потом вдруг какой-то фрагментик, где вот это пробивает две доски. Прямо уж интересно, вот серьезно. Вот, ну ладно. Я Олегу скину видео. У него такое же ружье, Болдырев на ютубе, он пусть посмотрит. Прям вот реально вот интересно. Значит, какой вопрос? Вопрос у меня один. Или точнее два. Есть у меня длинная насадка, вот такая 5-сантиметровая. Если мы ее включаем в тест, тогда придется стрелять через крон два выстрела, иначе у меня вот этих патронов не хватит. Либо я ее уже не включаю, делаю тест, как в прошлый раз, прогресса, полностью по три выстрела с каждой насадки через крон. И, ну, естественно, еще вот такая же длинная, без портов и штатная. 5 на 5, 25 патронов как раз. Бумагу купил, вот сейчас только с магазина приехал. Стрелять будем семеркой, склею по 50 листов. То есть, берем во внимание 5-сантиметровую насадку. Тогда будет скудный, так сказать, отстрел через хрон. Либо не, берем уже, тестим весь прогресс и смотрим результат на главпатроне. Потому что интересно, я еще раз говорю, мягкая дробь, та насадка, которая будет с высокой скоростью, она ее быстрее всего помнет и раскидает. Естественно, резкость, возможно, будет хуже. Вот. Интересно просто, потому что там была дробь твердая, она вообще не помятая. Я доставал ее с бумаги. Она прям немножко как потерли ее друг об друга. Ну, гречки нету. Фетер хороший патрон. То есть, стрельнем, бахнем семерка. Не знаю, 50 листов делать или 40. Сколько пробьет семерка это листов. Такое, знаете, чтобы сделать там, например, 40, эта насадка не пробьет, а эта насадка, например, пробила 40. Вот как раз на 40 остановиться там, или на 50. Ну, все-таки дробь номер 7. Если считать, что дробь номер 5 у нас пробила 60-77 пусть, то дробь номер 7, ну, половину, наверное, должна от них пробить. Около 40 должна пробить. Ну, ладно, сделаем 50. 50 листов делаю с запасиком. То есть вот такой тест будет скоро, очень скоро, потому что эту насадку уже забрали. Ну, бахну с нее еще три раза. Просто вот ради статистики вот этим патроном. А остальные насадки еще как бы рассматриваются. Ну, люди заберут, потому что вот эти насадки, они тоже неплохие. Для своих задач, целей, хорошие насадки. Даже вот это может быть кучнее стрельнет мелкой дробью, чем длинная, потому что скорость у нее ниже, пинка не получает пыш-контейнер, а в той получает. Вот, так что тут уж
посмотрим. Все, так 5 минут наговорил, готовимся. Да, еще не сказал. Касательно того же теста на Ютубе, где его же видео эта насадка не пробила дошку, потом прям чудным образом две пробила. То есть мой тест не информативен, мой тест не объективен. Я там не где-то патрон не показал, как в патроне вкладываю. Я там звезды, наверное, у меня не в том положении. Ветер слева направо дул. В общем, такая ерунда в комментариях идет, что я просто в шоке. Ну, я понимаю, вот пиар был вот это именно насадки. И все, больше как бы ничего не скажешь. А он говорит, что я честный. В общем, меня больше не будет на его канале, пусть что хочет тестит. Я отписался и больше тогда в жизни не вернусь к таким людям. Когда он утверждает, что он честный и показывает в своем же видео, где насадка это не пробила, и потом чудным образом вот эти все пробили, и это же чудным образом и вот эти перестреляло в два раза, в два. Это просто первый выстрел застряла дробь в доске и сзади выклинулась. А там, когда вот эти все были отстреляны, они пробили, да, а потом эта насадка чудным образом две пробивает. Показана была мишень, там видео прерывалось на каком-то моменте, запнулось. Ну, в общем, как говорят, Бог им судья. Я делаю все тесты честные, вот сюда уже ушло 6 тысяч, плюс даже там 6,5, наверное, на вот эти все тесты, на бумагу, на насадки, на патроны. Вот, и за рекламу мне не платят. А там видео наберет оборот и будет решать, что... Нет, даже не так. Даже люди будут решать, кто из авторов этих вот каналов или отстрелов, ну, более, может быть, объективный, может быть, более прав, может быть, более честный. И так далее. То есть там не было ни хрона, там не было ни каких-то там этих. И кучность, кстати, в длинных была лучше. Доска там бита была вся. А потом вдруг эта насадка, я так подозреваю, что выстрел был с 25 все-таки метров. Там есть кое-какие же заминки на видео. И куча сразу стала. Ну, в общем, ладно. Не будем. Я говорю, до смеха дошло, что в одном видео эта насадка в доске застряла, и тут же это пробивает на вылет две доски, хотя даже вот эти не справились. Это просто, не знаю, где сохранить это видео себе, а то оно, может быть, изменится чудным образом. Так, ладно, я, в общем, мне лично интересен тест дробью номер 7, я его сделаю, и все, и завтра уже насадки буду отправлять, кто успел. Так. Ну, две, еще есть.